Госавтоинспекция информирует об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с погибшим велосипедистом в областном центре. 26 ноября 2022 года в 1:32 на Ленинском проспекте около дома 32 водитель автомобиля Lexus допустил наезд на 41-летнего велосипедиста, который допустил опрокидывание велосипеда и в момент наезда лежал на проезжей части дороги. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. При помощи камер безопасного города по горячим следам госавтоинспекторы выяснили, в каком направлении двигается водитель, и вскоре его обнаружили в Гурьевском районе. Им оказался 37-летний ранее судимый собственник автомобиля. В настоящее время проводятся следственные действия.